Всем привет! Меня зовут Карина, и вы на моем канале о вязании. Здесь я рассказываю про свои процессы, планы, готовые работы. С недавнего времени я также начала снимать мастер-классы. Надеюсь, что в будущем их будет больше. Оставлю на один мастер-класс ссылочку, переходите, если еще не видели. Это видео создано в рамках совместного проекта с другими блогерами. В этом проекте нас участвует 12 человек. Название проекта, как вы видели в названии, «Шапочный бум». В этих видео мы будем с вами говорить про головные уборы, не только про шапки, а про балаклавы, про капоры, про повязки. То есть вот нас часто 12 человек, и каждая из нас хочет подарить вам такой подарок к праздникам, то есть 12 бесплатных мастер-классов на головные уборы. Я думаю, что каждая из вас может найти что-то подходящее для себя. Так что ссылки на всех девчонок я оставляю в описании к этому видео, вы можете переходить. С большинством из них, я думаю, что вы будете уже знакомы, но если нет, и если кого-то будете не знать, то я искренне рекомендую вам посмотреть все эти видео и познакомиться с каждой из них, потому что девчонки потрясающие, и думаю, что работы у всех у них, даже не думаю, я не сомневаюсь, что работы будут очень классные и рабочие мастер-классы, по которым вы сможете связать какое-то изделие себе или, допустим, вдохновиться на какое-то еще изделие. Если вяжете на заказ, то у вас уже будет готовое описание, по которому вы сможете связать какое-то изделие там, на продажу. Если вас заинтересовала тема этого видео, то, пожалуйста, оставайтесь со мной до конца, и я вам расскажу, какой мастер-класс я подготовила для вас. В течение недели после выпуска этого видео мы выложим мастер-класс уже на канал, то есть вы сможете успеть связать еще в этот сезон и даже перед праздниками. Может быть, кому-нибудь в подарок, если не себе. Мастер-класс, который я записала, был на шапку, которую вы уже видели в моих влогах. Я ее активно вязала в этом году, связала уже какое-то огромное количество, вязала их на заказ для себя, для мужа, и я ее проверила полностью. Я знаю, как она носится, как она работает, для какой погоды она будет подходить. И если вам понравится эта модель, то я очень рекомендую вам связать. Вообще, я когда-то думала, что мне не подходят никакие шапки, я их практически не носила, мне было очень сложно подобрать себе хоть что-то. Мне казалось, что мне просто вот в капюшоне самое оно. Но с возрастом, наверное, и ты понимаешь, что все-таки правы были наши родители, бабушки, дедушки о том, что нужно голову всегда держать в тепле. И в холода, в морозы лучше не выходить без головного убора. Я с этим сейчас согласна и очень хочу, чтобы у меня было какое-то прям вот такое большое количество разных шапок, разных цветов на разные случаи жизни под разную верхнюю одежду. Очень важно найти шапку, просто подходящую под вашу форму головы, под лицо подходящее, под, не знаю, просто найти даже какую-то модель, которая будет подходить вам. То есть не обязательно здесь следовать всем веяниям моды, потому что бывает такое, что вот это сейчас модно, но вам это вообще никак не идет, вам подойдет что-то другое. Вот, поэтому нужно пробовать, нужно смотреть, и тогда вы точно поймете, что вам нравится. Сейчас я вам покажу шапку, которую мастер-класс, на которую я вам дарю. Это вот такая шапка. Я ее вязала из Fenty Mongolia тройка. Это пряжа не бюджетная. Да, я знаю, что может быть она кому-то может быть не по карману. Для меня эта пряжа тоже не из такого дешевого бюджетного сегмента. Но повязав из нее, поносив ее, я поняла, что она реально стоит своих денег. То есть это не завышенная цена. Она достаточно теплая, она достаточно приятно и хорошо вяжется, быстро достаточно тоже вяжется. Здесь очень хороший расход. То есть на шапку в обхвате головы где-то 54 сантиметра вам хватит одного мотка. А если у вас
если, допустим, вы захотите сократить высоту шапки, я об этом также расскажу в мастер-классе, то, если вы не хотите, чтобы она там стояла, вот эта вот макушка сзади, то вам точно хватит одного мотка. Я вязала на заказ такую шапку в обхвате головы 56 или 57 сантиметров, по-моему, 57 сантиметров. И у меня ушло чуть больше одного мотка. Но также вам скажу, что если вы возьмете два мотка, то из остатка мотка второго вы сможете связать перчатки. Или даже варежки с невысокой вот этой вот резинкой. Классические варежки. Вязала на заказ такой набор, и мне хватило. Так что в любом случае эта пряжа не будет у вас лежать, даже если вы возьмете два мотка, вы точно найдете, как применить второй, и будет у вас целый комплект. Но что хочу сказать про эту шапку, сейчас я ее померяю. Вот таким образом она смотрится на голове. Я потом еще покажу вам ее поближе, или вот даже сейчас вставлю кадры, как она смотрится ближе. Мне очень нравится, как она выглядит в образе там, с пальто, с курткой, как она просто смотрится на голове. Вот эта вот высокая макушка, сейчас она также очень популярна в Pinterest. Я когда смотрела какие-то образы там, на осень, весну или зиму, то много у кого я видела вот как раз такие шапки с высокой макушкой. Но опять же, я придерживаюсь того, что бежать за модой, которая меняется каждый сезон, это немножко бессмысленно. Нужно найти шапку, которая понравится вам, которая будет на вас хорошо сидеть, и можно ее вязать просто в разных цветах, в разных фактурах, пряжах и всего остального. Что могу сказать про эту шапку? Здесь высокий отворот, вот он. Достаточно большой, мне нравится. Здесь нет фиксированного отворота. Об этом я также расскажу вам в своем мастер-классе и объясню, почему его там нет. Эта шапка также подходит не только женщинам, но и мужчинам. Я вязала такую шапку своему мужу. Вообще, первая шапка, которую я вязала, это была шапка для мужа. Вот она. То есть можно посмотреть себе. Я вязала чуть более высокую макушку, муж такую не любит, поэтому я ему связала макушку покороче. Вот таким образом она выглядит. В принципе, смотрится тоже прикольно, и я ее, кстати, носила, когда еще не было моей шапки. Она себя показала очень хорошо. Шапка не зимнего формата, она не подойдет под морозы, она не подойдет под ледяной ветер. Она больше такая, знаете, для еврозимы, для осени, весны. То есть, когда был такой сильный, но осенний ветер, то есть не зимний, в ней было абсолютно не холодно. Она прошла такой тест-драйв, и в ней было хорошо, то есть она сохраняла это тепло и не пропускала его. Но вот зимой, когда у нас уже был такой хороший минус и был сильный ветер, то в ней было немножко прохладно. Но если вы живете в тех широтах, где зима не слишком холодная, или, может быть, у вас вообще нет зимы, а зимой типа осень или весна, то такой вариант шапки, думаю, что вам пойдет. Здесь красивая макушка. Здесь идут убавления, которые сохраняют узор. Вот таким образом это смотрится. Мне нравится, как это выглядит. Это выглядит очень стильно, очень красиво. И более того, что она применима в семье, как и для там, вашего мужчины, так и для вас. Такой же, мне кажется, такую же шапку можно связать и в детском варианте, и тоже будет смотреться очень классно. А еще я подумала о том, что если вы связали шапку длинную, то можно сделать два отворота, то есть не один, как был изначально, а сделать два отворота. И она будет вот так смотреться по голове. Она чуть потуже будет сидеть на самой голове, и то есть там не будет торчать сверху.
Я такого формата шапки не очень люблю. Мне нравится, когда макушка стоячая, мне нравится широкий отворот. Но если вам нравятся такие шапки, то также можно связать длинную и носить то так. Мне кажется, это тоже будет очень выгодно связать одну шапку, а носить как две разных. В целом, наверное, все. В следующем видео будет мастер-класс на эту шапку. Я очень подробно про него расскажу. Это будет попетельный мастер-класс. Мы вместе с вами ее свяжем от начала и до конца. И у всех она точно получится. Если вы умеете вязать лицевые изнаночные петли, умеете делать убавки и понимаете, что это такое, то у вас точно получится такая шапка. Также я напомню вам, что у девчонок тоже сегодня вышло видео. Переходите, пожалуйста, на их каналы. И думаю, что у вас будет очень классный вечер в нашей компании. Думаю, что вы хорошо проведете время. И через неделю сможем вместе связать какое-нибудь изделие. Вот, спасибо вам большое за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставайтесь дальше. Скоро будет что-то интересное. Всем пока!